Итак, где-то у меня наверху есть пушка, надо обязательно взять с собой, надо убить этих агентов. Итак, вот этот ящик, и сейчас я возьму себе оружие. Отлично, я взял, и можно теперь отправляться. Итак, надо быстренько садиться, надо вернуть Санту, а то скоро Новый год. Слушай, Ричард, а может мы его отпустим? Ты чего, офигел, Борис? Ты знаешь, за сколько у нас эльфы его выкупят? Мы разбогатеем. Вот черт, я ранен. Я не смогу, походу, детям раздать подарки. Надеюсь, что я в тот город приехал. Да, вот это здание от Proto 07, походу надо заходить. Все, да, это та база агентов. Можно брать пушку и погнали. Так, что это у нас? Ага, это туннель. Тут закрыто, значит надо зайти с другой стороны. Сейчас посмотрим с другой стороны, может есть проход. Да, есть проход, надо заходить. Так, как эти двери открыть? Все, открыл, отлично. Так, такой туннель придется пройти дальше. Итак, надо посмотреть, где они находятся. Тут уже видно ящики. Может какие-то ловушки быть. Нет, ловушек нету, но зато два агента есть. Итак, надо спрятаться за стеной и их убить. Так, сейчас кинем гранату, отвлечем первого. Стоп, ты слышал какие-то звуки? Как будто там что-то зашумело. Да, это я тоже слышал. Может, ты пойдешь проверишь? Окей. Слушай, Ричард, тут ничего нету. Может, нам послышалось? Получай! Нет! Борис, нет! Ты не убьешь меня! Нет, стой, не убивай! Нет! Так, тут находится, походу, Санта. Ну, тут решетка, надо ее как-то убрать. Итак, хорошо, что я с собой взял топорики, теперь можно и эту решетку разбить. Все, отлично. Итак, Санта, я видел ваше письмо, и я пришел вас спасать. Вижу, вы ранены, надо вас вылечить. О, спасибо, мне стало уже лучше. Так, Санта, надо уже отсюда выбираться. Все, идите за мной, я вас выведу отсюда. Так, аккуратно, тут ворота, все, выходим, отлично. Так, пошлите к порталу. Итак, проходим сюда, да, вот этот портал. Вы первый туда запрыгиваете. Хорошо. Все, выходим из здания. Ого, снег пошел. Санта, смотрите, на Новый год будет снег. Да, я вижу, отлично. Ну что ж, садимся, Санта, и отправляемся домой. Ну что ж, Санта, тут и наши дороги расходятся. Желаю вам удачного Нового года, ну а также, чтобы вы деткам разнесли подарки. Спасибо, что ты меня освободил. Не знаю, что я без тебя делал. Желаю тебе удачного Нового года, ну и чтобы твои все мечты сбывались. Все, пока, Санта. Да, у меня это получилось. Ладно, сажусь смотреть телевизор, скоро Новый год.